Такого не должно быть. Такого не должно быть. Так, продолжим. В коридоре мне удалось поймать Нюську Родченко, заклятую подругу Милены, с которой она постоянно ругается и потом мирится. Родченко явилась на свадьбу тайком. Еще бы! Ее было велено не пускать ни под каким предлогом. Но Нюся нашла способ прошмыгнуть в зал. Япона, мать! В разговоре с ней я нашла подтверждение... Мужчина моей мечты! Как оказалось, Нюся специально запудрила мозги Милене бредом о богатстве Вадима. Она хотела отомстить ей за ту драку на тусовке. О чем я и поспешила сообщить счастливой брачующейся. Я так и думал. У Милены глаза на лоб полезли. Она вся затряслась и вот-вот должна была хлопнуться в обморок. В этот момент к Милене подошел Кирюшка и шепнул ей что-то на ухо. Будущая госпожа Логинова взяла себя в руки и поставила таки свою подпись в свидетельстве. Вадим достал потрепанную коробочку из кармана затрапезного пиджачка. Я тогда подумала, ничего страшного, как поженились, так и разведетесь. Когда у Милены откроются глаза, и она увидит истинные масштабы бедности Вадима, она с ним не останется. Милена неплохой человек, но на самопожертвование не способна. Каково же было мое удивление, когда невзрачная коробочка распахнулась и показалось нечто настолько ослепительное, что... Все-таки Вадим богат, да? Как оказалось, Кирилл отлучался в туалет и застал там целую толпу шикарно одетых гостей. Дамы блестели роскошными украшениями, мужчины сверкали дорогими часами и белоснежными рубашками. Они спорили, швырнет Миля Вадиму в лицо дешевое украшение или нет. Стример, наверное. А у входа стоял белоснежный лимузин. Кирилл помчался к тетушке и шепнул ей. Натягивай кольцо смело, все шоколадно получится. Мечта Мили сбылась. Она вышла замуж за настоящего Епона, потом мать. Откровенничала. Он милый, наивный и добрый. Я была согласна выйти за него бескорыстно, но, конечно, финансовая стабильность. А деньги? Я счастлива за нее. Сам же Вадим ответил так. А ловко я вас вокруг пальца обвел. Вроде поверил вам. Милена бизнесом ворочает. Бентли она себе купила. А я, значит, рассчитывал стать нежным супругом олигархини. Честно, от души повеселился. Ну... И нас с собой возьмите. Мы тоже хотим ресторан. А ресторан куда? В Пекин? Там, где пекинская утоська? Креатив Дрим. Вадим, объясняет китайцу, как стать стримером и как подняться. Ой, там телек идет. А это, походу, разрабы. Да, конец. Спасибо за ГГ, спасибо за ГГ, спасибо за ГГ, спасибо за ГГ. Я много игр прошел от Creative Dream Studio. Все, ура, ура, спасибо за ГГ. Что это такое за жмот? Ой, как будто из Half-Life, блин, и взяли. Гони деньги, гони донаты мне, гони донаты. Давай, давай, не туда. Акела. We'll be right back.
Я тоже буду танцевать, я тоже буду танцевать, я тоже буду танцевать, я тоже буду танцевать. Боже мой. Разработчик Ян не дома. А, так вот, картина какая. В основе сюжета игры основан на роман Дарьи Донцовой и в лампе Романова нежный супруг олигарха издательства Эксмо. И особое спасибо тем, кто заметил лексическую ошибку последнего предложения. Вы не только досмотрели ролик до конца, но и вдумчиво читали все. А я не смотрел. А я не заметил это. Я просто прошел игру и все. Есть! Да! Прошли сложную игру. Есть! Дарья Донцова, ты какая? Ой, прошу.